Пенсионеры, работавшие в прошлом году, могут рассчитывать на дополнительную выплату. Ежегодная корректировка пенсии будет произведена с августа на основании страховых взносов, которые отчислял работодатель. Надбавка будет производиться в беззаявительном режиме, то есть обращаться в пенсионный фонд не требуется. Размер выплаты рассчитывают индивидуально в зависимости от уровня заработной платы. При этом в пенсионном фонде просят Граждан не путать корректировку страховых выплат для трудящихся с перерасчетом за стаж. Такая доплата была сделана еще 10 лет назад.